Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это телефон Huawei PS40 Lite. И сейчас я покажу вам, как на этом устройстве сделать следующее, а именно удивительное добавление сканера отпечатка пальцев, точнее просто добавление отпечатка пальцев, да, в базу телефона. Как же это сделать? Ну, очень просто. Вначале нам нужно разблокировать телефон, затем перейти в приложение «Настройки». После чего спускаемся немножечко вниз до пункта «Биометрические данные и пароли». Добавляем отпечаток пальцем. Нам говорят, что вначале нужно придумать какой-то пароль блокировки. Я придумаю самый элементарный. Да, но вы используете какой-то адекватный. Ставим новый отпечаток пальца, нажимаем. И смотрите, справа вот кнопка блокировки, видите, она. Это и есть сканер отпечатка пальца. Теперь берете пальцем и дотрагиваетесь до него. И каждый раз немножечко на сантиметрик, на миллиметрик сдвигаете свой палец для того, чтобы он просканировал каждый миллиметр. Теперь края, каждый краешек. Вот так вот пальчик ваш. Сканируем каждую точечку, не знаю, каждую штучечку. Зарегистрировано. Окей. Нажимаем окей. Нет, распознавание лица не будем настраивать. Ну вот и все. Как бы все добавлено. Теперь смотрим. Чтобы разблокировать телефон, нужен пароль. Да, но вместо пароля, да, пароль мы поставили 1, 2, 3, 4, 5, 6. Но можно также разблокировать телефон с помощью сканера отпечатка пальцев, просто дотронувшись пальцем до сканера, собственно, да. То есть вот так вот просто дотрагиваемся и все. И телефон разблокирован. Да, даже не нужно, я сейчас на чем нажму, даже не нужно вписывать пароль. Просто, да, просто так вот делаете, и экран разблокирован. Это невероятно удобно, потому что срабатывает. Ну вот видите, я один участок пальца не просканировал, и он в этом месте именно не срабатывает. А в остальных всех срабатывает замечательно. Смотрите, тут срабатывает. Вот, эту часть тоже не просканировал. Короче, в общем-то, я хорошо просканировал левую часть своего пальца, а правую плохо. Вот, и в этом сейчас у меня будет проблема, как видите, да? Потому что он не хочет абсолютно никаким образом принимать вот этот участок моего пальца, потому что я его просто плохо просканировал. Вы мои ошибки не повторите и сканируйте все очень хорошо и тщательно. Спасибо вам большое за просмотр этого видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если вдруг у вас возникают вопросы, тогда используйте наш канал по назначению. Это, можно сказать, форум под каждым видео, да, отдельная ветка. Поэтому спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пока!